снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Я рад приветствовать вас в прохождении Splinter Cell Blacklist. В прошлой серии мы поймали лидера инженеров и выудили у него информацию о Садике. А в этой я предлагаю не отправляться в зону F в Денвер, США, а отправиться... Нет, посольство России... В Руанде, в городе Кигали. Так, это у нас... Это вы... Здесь мы везде были. Так, ну давайте посольство России. Добудьте носить информацию Чарли в посольстве и продержитесь до эвакуации. Ну, знакомая нам схема. Мои надежные источники, кажется, иссякают. Становится слишком опасно. Тут одного из их знакомых вздернули на мосту в Маракайбу, так что да. Но осталась одна посылка. В Кигали. В чьем она посольстве? В российском, но они не знают. Будет непросто, но оно того стоит. С чего ты взял? Это из-за нее погиб тип в Маракайбо. Надеюсь, мы там не погибнем. Отправляемся в посольство России. Так, ну снаряжение все то же самое. Так что начинаем задание. Посольство России, Кигали, Руанда. Добудьте носитель информации Чарли в посольстве и продержитесь до эвакуации. Видимо, это последняя миссия за Чарли, потому что он, ну, сказал нам это прямым текстом. Русские не обрадуются, я нашел тайник. Тебя тоже нашли. Не сомневаюсь. Ты сумеешь продержаться? Посмотрим. Так, надо бы ноутбук сразу заломать. Па. Они будут у вас через 5 секунд. Твою мать, как все непросто. Где отключаются эти лазеры? Хрен поймешь. Все внимание! К нам проник посторонний! Еще и тайник есть. К нам проник посторонний! Обычный. Вообще шикарно меня обнаружили. Ноутбук уничтожен, да? Главное, надо себя еще и не обнаружить. Только без глупостей. Продолжайте поиск, он рядом. Он рядом. Ну, я так понимаю, надо начать заново. Плохо. А, вот так вот мы можем ноутбук сломать. Замечательно. Я взломал ноутбук. Внимание, парни, у нас тут незваный гость. Так, пока вы рядышком стоите, хотя нет. Как-то вот так вот лучше. Тут помощь не помешает. Ладно. Убейте
Ты сумасшедший. Они здесь все сумасшедшие. У нас посторонний, найди. Есть что-нибудь? У меня чисто. Эта волна повержена. Так, ну шатковалка как-то с волной сдержались. Нам бы еще до флешки добраться. Контакт с противником через 5 секунд. Где-то там. Откуда они будут идти? С автостоянки. Чистил для тебя еще один тайник. Круто. Неси на борт. Неплохая точка, кстати сказать. Все, пополним боезапасы. Замечательно, вот эта лестничная клетка мне очень нравится. Мина шокер расположен. Ой, что ты делаешь? Дурачок. Блин. Упс, этот здесь же идет. Так, валим. Нифига ты как завис. Чё, придурок? Смотрите, сделал. Так, пока они убивают там мое привидение. Нифига себе, они разошлись. Ищите и обрящите. Блин, а второй куда ушел? По другому пути пошел. Придурок один остался, что ли?
искать парня. Отдохните, хотя бы недолго. Спасибо. Похоже, к ним прибыло подкрепление. Откуда? Встречайте гостей. Так, со стороны сада. Всем искать нарушителя. Прочесать территорию, тут кто-то есть. Ой, твою мать. Все-то вы знаете, а? Прикрой, я брошу. Короче, кошки-мышки с ними играем. Пополним боезапас. Сюда, помоги искать. Давай. Ничего не нашел. Ну еще бы ты нашел что-нибудь. Ты ж придурок тупой. Зарезал, как баран. Ну как у тебя-то? Так, миншокеров больше нету. Так, три врага осталось. Не хочешь помочь мне здесь? Да он не то что не хочет, но как бы... уже и не может. Да, отсюда вообще его не видно. Да слази ты, ну. Так, это третья волна у нас. Берегитесь, они готовят новую атаку. Будем беречься. Держитесь, они идут. Так.
Так, ну сейчас пойдут броневики, судя по всему, с автостоянки, да, идут они. Так, собирайтесь все в кучу. Он там сидит. Расходитесь и ищите. Ну, нет, подождите, не расходите, давайте в кучу все. У нас посторонний, найди. Так, уже там вылупились у нас ребятки. Далее прется. Все на поиски, живо! Хотя можно по той же схеме его сейчас он зарулит сюда. Целая делегация идет. Есть потери! Стрелок там! На тебе вот. Вот он где. Так, валим. Я иду, не стреляй. Да стреляй в него прям. Да не сюда. Да не сюда. Еще одна пара глаз тут не помешает. Ладно, ладно. Спать, ребятки. Как у тебя? Тут ничего. Так, 6 врагов осталось. Хорошо, что они кучей ходят друг за дружкой. Пойдем, поможешь мне. Пописать. Пойдем, поможешь мне пописать. Поддержишь. Так, где вы шаритесь-то? Так, где-то прямо здесь. Не вижу. А, вот. Блин, здесь глухая комната. Я думаю, все-таки выбраться можно отсюда. Убили. Найти эту мразь.
Так, а этот где у нас? На вот тебе информацию. Пока я больше не вижу прибывающего противника. Но он где-то здесь. Держитесь, они готовятся вновь атаковать. Да блин, где этот чемодан? А, вот он же, что я вокруг него хожу и не вижу. С какой стороны, Грин? Обнаружен приоритетный объект. Теперь ваша задача захватить его. Прочесать весь этот сектор. Так, приступить к поискам. Тут один в отрубе. Продолжаем поиски. Черт, он убит. Полная боеготовность, парни. Помоги мне искать. Легко. Так. Приступаем к поискам. Ну странно, так иди посмотри. А лучше все вместе. Так, эти тоже здесь, что ли? Он пока здесь. Ищите же. Прочесать территорию. Тут кто-то есть. Прочешите этот сектор. Так, минута на захват нам осталась. Тут еще второй у нас. Претендент на захват. Быстренько захватываем его и сваливаем. Отлично. Поймаем, точно говорю. Ну прям точно ты сказал. Так, 7 ребят осталось. 7 ребятушек. Прочесать территорию, тут кто-то есть. Блин, здесь я шарит с вами, смотри. Ты смотри какой.
Так, и друга твоего осталось убить. И все. Ну или оглушить. А, ты наверху у нас шаришься. Выжившие враги отступают. У вас есть время передохнуть. А, все, мне надо уже валить, распятая волна. Два варианта. Или я вас заберу, или рискнете захватить другой приоритетный объект. Не-не-не, забираем, забираем. В смысле, улепетываем отсюда, к чертовой матери. Отлично. Но российское посольство мне понравилось больше всего. Больше всех. Во-первых, потому что я прошел их без потерь. Так, бесшумных оглушений, 51. Замечательно. Так, в ранге пантеры 15 бесшумных убийств. Отлично. У нас уже больше миллиона лавандосиков. По штурму у нас что? 3 оглушенных в бою. А убитых в бою 4. Замечательно. Ну все, у нас было и призрак, и пантера, и штурм. 5 волн отбито. Все 5 с первого раза. 4? А, ну да, один раз вроде грохнули меня. Так, 220 на 1000. Замечательно. Ну а на этом все. Так, что у нас там по терактам? Американская кровь. Следующий теракт будет. В следующей серии через 8 часов. Ну, не в смысле следующая серия через 8 часов. Видим там и следующую серию только завтра. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте, чтобы Сэм Фишер не зевал. Всем счастливо, всем пока.